Матч, конечно, вчера вот накануне, как бы вечером, мне звонила Саша Соснович, волновалась по одной вещи, такой игровой, я не буду открывать секрета. Вот, я говорю: Саша, ты не волнуйся, самое главное, не довести до пары. Ну что, она хорошо помнит тот наш первый матч, когда я стал капитаном в Канаде, когда мы играли без Вики. И там она здорово отыграла, принесла 2 очка и сделала ничью. В итоге надо было играть пару. И вот там она подключилась сразу, я с ней поговорил, она говорит: я готова. На этом кураже, и они с Олей добыли 6-2, 6-4, по-моему, решающее очко. Поэтому то, что они сделали сегодня, это уже опыт из прошлого, что до пар лучше не доводить. То, что сегодня сделали девочки, это подвиг, это очень здорово. Но вы знаете, я уже по их разговорам понял, что они хотят больше. Для того, чтобы хороший след оставить в своей жизни и вообще в истории, надо выиграть финал. Вы правильно поняли нас. Очень достойно они держались. Молодцы. Так немногие команды, я думаю, в случае проигрыша себя повели бы, как они. И каждый из них достойный человек, достойный игрок, профессионал. Спасибо.